Всем привет, ребята! Меня зовут Арина Ясинская, и сегодня мы будем смотреть с вами один удивительный мультфильм. Но он будет необычный, поэтому, друзья, скорее подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и не забывайте нажимать колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о новых видосиках, которые, кстати говоря, выходят каждую четверг и пятницу в 17:00 и субботу, воскресенье в 10:00, а также короткие шортс-видео выходят на моем канале каждый день. Итак, это не просто мультфильм, это какая-то фанни-версия игры в кальмара. То есть один канал сделал анимацию, но она жутко всем понравилась, и на ней уже собралось более 20 миллионов просмотров за одну неделю. Ссылку на оригинал этого видео я оставлю в описании. Ну а мы с вами прямо сейчас посмотрим, что же там такого классного, что оно собрало такие просмотры. Не забудь подписаться и написать комментарий под видео, потому что 3 самых топовых комментария обязательно попадают в мои видео, как эти счастливчики. 1, 2, 3. Все, погнали смотреть. О, стоп. Просто так смотреть видео неинтересно, поэтому я набрала разных вкусняшек, Бон Пари с любимой оливочкой. Кто из вас любит, кстати говоря, вот таких вот оливочек, поставьте лайк. И также я взяла шоколадочки Киткат, обожаю сладкое, если ты тоже, ставь плюс в комментариях. И еще я купила в Магните крутые кукурузные палочки со скрипышами. Кстати говоря, в конце этого видео я, наверное, попытаюсь найти, какой же скрипыш мне попался. Не пропусти. Мы приступаем теперь точно к просмотру нашего крутого видоса. Итак, в начале видео, конечно, это видео было крайне короткое, но это еще не конец, потому что мне сказали, что если посмотреть это видео 3 раза, в 3 часа ночи, потому что это, конечно же, ваши любимые 3 часа ночи челлендж, которые я снимаю в 3 часа ночи, то, возможно, кто-то из участников этих игр появится у меня дома. Вы хотите увидеть кого-нибудь из игры в кальмара у меня дома? Я очень хочу, поэтому прямо сейчас я предлагаю вам еще раз посмотреть эти замечательные танцы игры в кальмара, как их, не знаю, как их еще назвать, еще 2 раза на быстрой перемотке, ну, чтобы вам не скучно было, и мы проверим с вами эту теорию. Так, это видео, вернее, я запускаю заново это видео, погнали. И это мелодия, которая сейчас у всех на слуху, ребята. Просто наикрутейшие танцы. Сейчас я быстро перемотаю, скорее всего, моя речь будет похожа на что-то... Но они реально прикольные тут. И это 2-й раз, когда мы смотрим это, казалось бы, обычное видео. Но на самом деле говорят, что оно проклято. И посмотрев его 3 раза в 3 часа ночи, ты увидишь в своем доме кого-то. Интересно, а кто придет? Кого бы вам хотелось увидеть, напишите прямо сейчас в комментариях. Были бы это, например, сама кукла или распределитель, или сами вот эти надсмотрщики, наблюдатели. В общем, я не знаю, кто придет и работает это вообще или нет. Мы прямо сейчас с вами это и проверим. Но видео, правда, оцените это видео от 1 до 5. Мне кажется, оно реально должно поднять вам настроение. Просто я не понимаю, почему они в конце замочили эту куклу, замочили самого вот этого распределителя своими просто шикарными тверками. Это круто, ребята. Не буду вас больше томить, я посмотрела это видео 3 раза, чтобы не затягивать так долго, и давайте же поищем, вдруг кто-то из участников игры в кальмары уже... Что-то я что-то услышала, ребята, минуту. Что это такое было? Кто здесь? Ребята, неужели это реально работает? Кто здесь? Вы слышите это? Кто здесь? Вы видите? Это действительно участник из игры в кальмары. Это наблюдатель. Он стоит и смотрит на меня. А почему он на меня смотрит? Что это?
Что это на мне за костюм? Ребята, блин, этого просто не может быть. Посмотрите. Блин, почему я в одежде участника? Просто поглядите. Этот самый зеленый костюм, в который одеты все участники. Я не знаю, зачем это. Походу, мне придется сыграть в игру в кальмары. Я не знаю, ребята, блин, что мне делать, где искать задание? Я не знаю, что это за проклятая игра. Кстати говоря, на моем канале я уже дважды сыграла в игру в кальмара. И вы можете посмотреть эти видео по ссылке в описании или просто зайдите в видео на моем канале. Ребята, я не знаю, что меня ожидает, но, скорее всего, продолжение вы увидите в следующем видео. А сейчас, по крайней мере, я не понимаю, что происходит, но я обещала вам показать, какой скрипыш пропадется мне прямо здесь, если он попадется. Давайте высыпать. Скрипыш. Блин, ребята, мне никакой скрипыш не попался. Не поняла, почему. А, вот это что? Ребята, вот какой скрипыш. Слушайте, а это не Among Us ли? Слушайте, это похоже на Among Us. В общем, не забудь подписаться на мой канал. С тобой была Королева Мистики, и мы будем играть в кальмара в следующем видео. Пока!